Детей приглашают участвовать в международном инженерном чемпионате Case In, в осеннем кубке школьной лиги. Регистрация открыта до 1 ноября. Школьная лига проходит по двум направлениям. Первое — решение кейса для 9, 10 и 11 классов. Проекты оценит экспертная комиссия. Лучшие команды пройдут финал, который состоится в Москве. Второе направление — конкурс инженерных решений. В нем могут участвовать школьники с 3 класса включительно. Соревнования пройдут по номинациям. Конкурсы рисунков, макетов, эссе и конкурс по созданию технического устройства. Победителями и призерами станут команды, занявшие 1, 2 и 3 места на отборочном этапе. Финалисты и победители получат сертификаты и дипломы, гарантирующие дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. Также школьников пригласят на профильные смены всероссийских детских центров. Победители и призеры получат ценные призы. Подать заявку на участие можно на сайте чемпионата.